Всем привет, друзья! Городов-то остается все меньше в нашей области, которые мы еще не сняли, но они еще есть, и мы продолжаем снимать путеводители по городам. И приехали в город Неман. И вот, ну как раньше он назывался, вот можно сзади прочитать. Этот выпуск будет не непростым, необычным, как все остальные, он будет праздничный, потому что сегодня у меня день рождения. Ну, не сегодня, вот когда выпуск мы будем выкладывать, вот вы сегодня смотрите, сегодня у меня день рождения, поэтому давайте сделаем так. Вы сделаете мне подарок, вы прямо сейчас нажимаете на паузу, ставите лайк, делаете репост, потом включаете выпуск, а мы вам дарим смешной видос с Немана. Это проект «Окей, Гуриск», поехали! Родился я в Немане, в Немане вырос мой Неман родимый, родная страна. Пообщаемся? Я приеду, пообщаемся. Не-не-не, прямо сейчас пообщаемся. Из Немана? Да. Классный да. Город? Плохой, очень плохой. Плохой город? Конечно, шикарный, да. Шикарный город, конечно. Да? Конечно. Почему плохой? Чего не нравится тебе? Работы людям нету. Вы же работаете сейчас. Ну, я работаю, а люди не работают. Да. Вы работаете? Нет, я в декрете. Садик есть, детская поликлиника есть, школа есть, больше ничего. Правый, видите, не работает человек. Да. Что еще не нравится? Все не нравится. Все. Первое, что нет работы, а второе, что все не нравится. Все, ну двигаетесь же, едете, крутитесь. Что можешь сказать вообще про город? Город тебе нравится? Да. И что ты сделал лично для Немана? Что ты сделал для Немана? Улицы убирали, памятники убирали. Хочешь себе памятник? Ну, возможно, нет. Ты бы какой был бы на памятнике? Мы вот давай прямо сейчас даже вот сейчас придумаем и рядом здесь на монтаже потом нарисуем какой. Ты будешь стоять тоже в синей курточке? Да. И шапочки черные, да? Да. Такой памятник будет. Да. А чем еще занимаешься сам? Чем ты? Учусь. Учишься в школе? Нет. В советской. Не в школе, а в советской, да, учишься? Да. Давайте, присаживайтесь, пацаны. Давай. Вот, слушай, знакомы? Да. Нет. Ты чем занимаешься вообще? Плитку укладываю. Давай впервые сделаем так, что вы пообщаетесь без меня. Вообще будет классно же, представляешь? Ты что, да мы маленькие еще такой. Да не, просто пообщайтесь. Да ты кошмар. А почему? Поздоровайся с Олегом. Олег, здорово. Вот. Кошмар. Олег, можешь что-нибудь спросить? Костяна, как класть плитку? Спроси, как класть плитку? Елочка или кирпич? Елочка или кирпич? Елочка. Елочка, елочка. Новогодняя скоро. Ну, там, 2-1 и пошел. Как, нравится, да, как он объясняет тебе, да? Нет. Не нравится, да? Что-то Олег вообще не общительный. Вам тебе рекламу сделать? В Леху. Давай рекламу сделаем. Нормальную рекламу. Лучшая бригада плиточников у нас. Серьезно? Как называется ваша бригада? Есть какое-то название? Бригада Ух. Работаем до двух где-то. И положат вам плитку так, как вы еще ни разу не клали, да? Вообще страшно будет смотреть. Вот это я верю, кстати, почему-то. Про город давай просто вот куда сходить. Знаешь, довольно-таки интересно, если взять по населению, допустим, Нестеров в сравнение, ведь ну плюс-минус население ведь одинаково, то здесь гораздо больше достопримечательностей. Допустим, Рогнит, руины замка. Семья еще, да, есть, жена, дети. Откуда, бедный студент? Давай займемся этим уже. Давай, с удовольствием. Давай поищем, давай. 31 год, уже, блин, пора бы уже. На моем месте многие уже алименты. Платят, а я-то... Ну, это не самый лучший пример ты привел. Ну, тем не менее, знаешь. Как тебя зовут? Стас. Стас. Ищем, короче, даму Стасу. Какая-то ссылка. Где-нибудь, где ты там сидишь обычно? Электронка cap1@list.ru. Найдутся такие девушки, которые на почту тебе напишут? Ну, знаешь, не знаю, напишешь мне, но отвечу каждый. Да. Сейчас куда просто идешь? Не знаю, подарки родным выбирать. Я сегодня уезжаю. Подарки? Да, ну с ним надо. Девчонки, девчонки, бабло есть, подарки будут. Не без этого. Скажи iPhone, iPhone. iPhone, да, iPhone. X, да, сейчас? XL, да. Ну, блин, не XL, без... да. Да, XL. XL. iPhone XL. Все, пишите это на... не реклама. Если хотите iPhone XL, пишите на почту. В Немане живете? Да, мы только со школы идем. То школа там, да? Да. А там, значит, нет школы. Там есть школа. Тоже школа? Вы из школы в школу идете? Нет, там первая школа, тут вторая школа. Вы в какой школе учитесь? Во второй, конечно. Какая лучше? Вторая. Она вообще вкуснее. Да, вкуснее? Ты зачем? Ты пробуешь школу? Ты так подходишь к зданию, лижешь стены. Вкуснее, да, или как? Почему нет? Ну, куда надо обязательно сходить? В сыроварню нашу неманскую. После школы куда пойдешь работать? Магазин? Какой магазин хочешь? Цветочный магазин Гранд. 8-901-855-5511. Звоните круглосуточно. Он же есть? Да. Цветы приносят радость. Да? Да, я такой позитивный человек. Как вот быть такой же веселой, как ты? Кушайте больше шоколада. Угу. Кушайте больше. Еда – это радость. Да. Цветочки – это радость. Покупайте цветочки в магазине Гранде. Пацаны, привет. Блин, как,
дела, пацаны? Нормально. Что делаете? Ничего. Что смотрите? Играем. Во что играете? А, в игру. Игру играете? Вы не очень общительны, да, пацаны? Угу. Нет? Что делать? Что играете-то? Хоть скажите, что играете? А, в порядке онлайн. Прятки онлайн? А что вы не играете-то? Прям просто прятки, как мы раньше играли. Зачем эти гаджеты, телефоны? Просто бегаете, ищете друг друга. Неинтересно? Ну, интересно. Поиграете сейчас в прятки? Или будешь в телефоне сидеть? В телефоне буду сидеть. Куда можно сходить? Вообще, какие места здесь есть прикольные? Ну, вообще никаких. Вообще ничего нет? Нет. Почему? Ну, просто она звонилась и все. До этого интереснее было здесь? Да. Да? Ну, когда ЦБК был, было интересно. А что такое ЦБК? Ну, целлюлозно-бумажный завод. Вот тогда вообще весело было, да? Ну да. Тусовка хоть... была. Да, хоть что-то было. Тусил там, да, на завод? Нет. Куда надо сходить обязательно, внимание? Ну, можно сходить в ДК, в кинотеатр. Ты ходил в кинотеатр? Да. Когда последний раз ходил? В прошлом году. Тут что так не хочу, целый год-то не ходил. Там один фильм крутит просто, ты его посмотрел такой? Да. Год, да? Один ходил или с девушкой? В любом с девушкой? Нет, с классом. А не, с девушкой ходил. С классом. А нет, ты сейчас будешь с целым классом девушек. Да. Да? Мне кажется, ну, если девушка у тебя появится, она сделает тебя лучше, а ты сделаешь лучше Неман, да? Ну, наверное. Давай поищем тебе девушку. Почему нет? Ну, мало ли кто-то отзовет. Ты есть в социальных сетях где-нибудь? Ну, есть. Давай я тебе ВКонтакте сейчас прям найду. Белокуров. Так, и давай с имени начнем. Саша. Фотографии нет? Написано «Побеждает в этой жизни». Давай ты сам прочитай, твоим голосом это будет лучше. Побеждает в этой жизни только тот, кто победит сам себя. Кто победит свой страх, свою лень и свою неуверенность. Смотри, написано «Мобильный телефон, кому надо, знает». Дополнительный телефон. Погиб как герой. Да. А ты типа с юмором, да, паренек? Да. Какая тебе девушка нужна, чтобы отсеять сразу ненужный вариант? Ну, не курящая. Не курящая. Сам куришь? Mm-mm. Нет, не курящая. Не пьющая. Сам пьешь? Нет. Слишком много волос должно быть у нее на лице. Да, как бы без разницы. Да? Ну, вот как у тебя примерно? Или чуть-чуть? Ну, примерно. Но если вот у нее будет чуть-чуть усики, нормально будет? Ну, чуть-чуть, но человек хороший. Ну, человек, он не курит, не пьет, но хороший. Ну, если хорош, то пообщаться можно. Пообщаться, да? Все, девушка, если у вас есть усики, можно, в принципе, пообщаться. Что можешь вообще про город сказать? Ну, вон, те часовые башни, они раньше работали. А вот памятник Рогните. А вон там, над нею, история нашего Немана. Раньше, я еще тогда не родился, но немножко так понимаю. Где учишься, в какой школе? В школе во второй. Какая лучше, вторая или первая школа? Мы знаем, здесь две школы. Из всех наших все ходят во вторую, но только мой дядя не ходит во вторую, не ходил. Ладно, до свидания. Ну ладно. До свидания. Про Неман много чего знаете? Ну... Про Неман я могу сказать, что, ну, Неман хороший, Неман, ну, в Немане буквально происходят буквально конкурсы, фестивали, праздники. Люди хорошие здесь в Немане? Вот люди вообще замечательные, просто... Занимаетесь-то чем именно, работаете профессионально, кем? Грузчиком. Хоть раз бывало что-то такое, вот грузите такое, хоп, там продукты какие-нибудь, хоп, что-нибудь вытащили себе такое, ну что-нибудь такое, хоть раз? Никогда в жизни. Я, тем более, святой человек, никогда в жизни, я никогда чужого не возьму. Я лучше убью, ударю чужого человека. Вы действительно святой человек. Курсе? Да. Я участвую и в хорографии. Хорография, да. Я и певец. Вы певец? Очень хороший, да. А есть какая-то песня про Неман? Про Неман? Может, в другом месте? Чуть-чуть отойдем? Да, можно отойти на это? Чуть-чуть отойдем? И песня про Неман. Все, вот здесь нормально? Все? Да. А Неман, Россия священная наша, а Неман, родимый ты мой регион, родился я в Немане, в Немане вырос. Мой Неман, родимый, родная страна. У нас есть начальная заставка. Под эту песню мы сделаем, покажем кадры города. Классно же будет? Конечно, классно. Мне кажется, более талантливого человека, чем Кирилл, мы не найдем вот здесь, в этом замечательном городе Неман. Поэтому мы хотим попробовать его в новой для себя роли ведущего нашей передачи «Окей, Гурис». Кирилл, все, мы вам даем микрофон. Добрый вечер.
Я ведущий Кирилл, подождите. Я молодой человек. Можно вас на минуточку? Молодой человек отказался с нами разговаривать. Вот сейчас вот идет женщина с нами. Сейчас попробую ее. Женщина, добрый день. Здравствуйте. Что вы можете сказать по поводу Немана? Это мой родной город. Я родилась, училась здесь, вышла замуж и живу. Это самый прекрасный город на земле. А как вы родились в городе Немане? Как я родилась? Вы в Неман приезжаете часто или нет? В Неман? Бывает, приезжаю, да. А вот на праздники нет? Нет. Праздники, там еще что-нибудь приезжаете? Нет. Ну, а так, Новый год там... Или нет, я у себя или уезжаю. Что вы скажете по поводу Немана? Выглядит нормально, но говорят, здесь криминал большой. Как жизнью? Как врачи? Я о врачах прокуратуру даже писал, что это организованная преступная группировка. На меня несколько раз покушались, поэтому я и писал. Понятно. А вот дорожные движения вас не мешают? Нет. А вот где вы живете? На какой улице? Здесь я живу, на Красноармейской. Хорошо, спасибо, все. До свидания. Кирилл, ну как вам, понравилось, честно, быть ведущим нашей передачи? Не, если честно, вообще в улет. Если что, мы на связи тогда с вами. Номер телефона? А мы так, мы вас найдем. Мне кажется, вас все просто уже здесь все знают. Меня здесь никто не знает, потому что я живу в другом поселке. Прям что ты грустишь? Что грустишь? Жду машину. Да? Которая тебя отвезет в веселое место? Домой. Ты что можешь рассказать про город Неман? Не знаю. Куда можно сходить? Какие-то места, какие-то есть интересные, может быть? Например, в закусочную, там... Ну, не в закусочную, а в магазин. Ой, ну не в магазин, а... Что бы ты здесь поменял в Немане? Не знаю. Может, чем-нибудь убрал бы? Не знаю. Хорошо сидим, погода хорошая. Ветрено чуть-чуть. Чуть-чуть ветрено, да. Ну, сейчас, да, чуть ветер вошел. Как думаешь, мы оставим тебя? Как бы весело получилось? Не знаю. Так, да. Ну, а не расстроишься, если ты зайдешь смотреть видео, и тебя там не будет? Нет. Все, Костик, давай еще раз, чтобы у тебя все получилось. И чтобы... Девочка какая-нибудь появилась красивая. Но я бы еще поставил каких-нибудь памятников. Вот, например, вон там вот. Это ты сейчас ответил на какой вопрос? Какой? Ну, чего добавить. А, собственно. Там вот посередине много цветов, но пусто. Угу. А это сейчас на какой вопрос ответил? Какой, на какой сейчас ответ? На тот же самый. На тот же самый. А про то, что происходит в городе, не придумал, да, пока ответ? Что можно про город сказать? Что нравится, что не нравится, вываливайте все. Живу это самое детство, короче. Заборы новые поставили, асфальт кладут. К нашему дому на конце Немана до сих пор фонари не провели. Ух, какие! Ты вторая говоришь, давай. Ну, в Инстаграме на меня подписывайтесь. А вот ты там. Можно я свой ник в Инстаграме сужу? Пупс Елдак 666. Пупс Елдак? Да, 666. Ну, Неман, вроде нормальные люди. А что значит Елдак? Это просто подруга сделала так, а я не знаю как. О, у тебя мэр написано. Можешь показать? Давай покажем, покажем. Мэр. Ты мэр? Да, да, да. Серьезно? Да. Слушай, что новое будет в Немане? Давай, ну ты должен знать как мэр. Что будет сделано? Если кто-то говорит, что администрация не работает, она работает. Вот они сидят, вы сейчас сидите, работаете. Это администрация, да? Да. Ты заместитель? Да, я заместитель. Смотри, какая работа. Это сделаете? Да? А зачем вы делаете это? Ну, серьезно. Типа, можно же не мусорить. Чего мусорить? Смотри. Да, давай туда, вот там стоять. Давай. Смотрите, мы, короче, снимаем для телевидения. Нам нужно показать, как вот делается. Мы еще пока не снимаем. Я буду говорить, а вы за моей спиной просто делать вид, что как будто работаете. Ну, как это обычно снимают. Главное, пускай... Ой-ой-ой. А можно, чтобы побольше, чтобы видно было, что прям весь город работает. Потом в новостях покажут вас. Главное, активнее все делать, чтобы, поверили вам.
Дорогие друзья, прямо сейчас мы находимся в центре города Немана, и мы прямо сейчас видим, как этот центр благоустраивается благодаря обычным прекрасным... Еще чуть-чуть поактивнее, просто ну, не верится, что вы это делаете. Просто такое ощущение, что вот на камеру делаете. Дорогие друзья, прямо сейчас мы находимся в центре Немана, и за моей спиной видим, как простые жители города выходят на улицы и благоустраивают. Надо перезаписать, да, мне кажется, чуть-чуть. Мы не жители, еще. Работники, ничего страшного, надо просто поактивнее чуть-чуть, потому что ну не верится. А можно вот как бы, чтобы все были вот примерно в одном участке, чтобы мы все попали в кадр, да? Так, да, получается? Вот так вот, да. Все, третий раз записываю, все, последний, надо постараться прям, все, записываем. Телевидение покажут, неманское. Дорогие друзья, прямо сейчас мы находимся в центре города Неман, и мы видим, как работники вышли на работу и делают город лучше. Смотри, работник и работа. Перезапишем, да? Последний раз. Я просто первый раз работаю. Меня потом уволят, да, потому что если я не запишу этот выпуск. Все, потом тоже меня уволите. Вот, классно, вы прям так стали. Надо просто сделать вид, что вы работаете, да. Дорогие друзья, прямо сейчас я нахожусь в центре города Неман. И за моей спиной можно увидеть, как работники благоустраивают город, делают его чище. Мы за чистое будущее нашей области. Неман, вперед! Снято. Все, спасибо большое. НТВ. А? Какой НТВ? НТВ, да, неманское телевидение, НТВ. Да, пока что обязательно. Надеюсь, меня не уволят. Ну вот и подошел к концу выпуск из города Неман. Друзья, знаете, что мы заметили? Что мы часто делаем какую-то бесплатную рекламу для жителей от чистого сердца. Пора бы, может быть, и себе что-нибудь сделать. Поэтому, если вдруг кому-то на мероприятие, на свадьба, корпоратив, день рождения, компания, Новый год, нужно будет такое же веселое интервью, можем также вот прийти. Вот приедет Олежка, мой оператор, приеду я, также с микрофоном встану, пообщаемся с людьми, повеселимся, покажем вам. Поэтому звоните, обращайтесь. Больше пожеланий никаких нет. Вы помните, что у меня днюха сегодня, поэтому ставьте лайки, репосты делать, вообще подарок классный. Все, это был проект Окей Гуриск, пока.